себе и команде в новом сезоне желаю провести отличный сезон без травм, чтобы у каждого игрока это был самый лучший сезон в его карьере. И этим мы, я считаю, добьемся лучших результатов без травм, чтобы пройти себе. Пожелаю, наверное, чтобы провести сезон с меньшей, чтобы меньше мячей забивали, больше стабильности было. Ну и все, наверное.